Кстати, про гонения. Много писали по поводу того, что ну, адрес Триумфальная площадь, где расположен театр, и поскольку движуха здесь все время каждого 31 числа, да. И вы в самый момент на пике вот этого всего движения Шендерович поставили. Да, пьесу на Сереж Витина, да. И все увидели в этом некую такую фигу в кармане, то есть такая, ну, фронда. Это случайно было? Нет, это было, я давно Вите говорил, я узнаю, когда это Гриша Горин, покойный наш друг, замечательный писатель, все время он открыл Витю как писателя. А Витя замечательный писатель. И когда он совершенно уже глобально влез в политику, я неоднократно встречаюсь с ним, говорю: Витя, все замечательно, но вспомни, что ты писатель. И поэтому, значит, это никакого отношения к Манежной. Ну, это совпало болотной. Хронологически, многими трактовалось как... Да, но когда стоит толпа людей, да, кричат все, что... А за спиной вот, висит, да, вот такой Шендерович, вот, да, значит, думаю, что, о, они... Да нет, это то, разные виды искусства. И она мне помогала в жизни сейчас. Помогать людям просто конвертом. Ты подписываешь под каждой своей картой. У меня была заниженная самооценка. Или ты умный, или красивый. Сейчас это проще. Ну что, парень, зайду, дай туда.